Приветствую всех. Прямо сейчас проведем лаконичный и доходчивый эксперимент на термостойкость. Это, возможно, поможет вам выжить во время пожара и других ситуаций, связанных с высокой температурой. Итак, начнем. Мощность свечи гасится холодной температурой воды, поэтому прожечь не может. Хотя здесь пакет попался какой-то очень тонкий. Пакет оказался слишком тонким. Пламя прожгло тонкую оболочку пакета. Но смысл в том, что это свойство воды даст в любом случае фору во времени на те же 30-40 секунд, чтобы пробежать через огненные языки пламени в смоченной одежде и выскочить наружу. То есть это свойство воды гасит высокие температуры. Вообще это свойство воды или газа, или воздуха, тоже газа, давно используется как в бытовых условиях, так и в аэрокосмических технологиях. То есть там, где нужно, это позволяет гасить высокие температуры или наоборот сохранить тепло, сохранить высокую температуру.